Малаева было немало песен, посвященных Востоку. И вот сейчас прозвучит одна из любимейших песен в исполнении замечательного семейного дуэта, лауреаты всесоюзного конкурса «Звезды Востока» Авнер и Роза Малаевы. Большой теплотой Ильяс Малаев относился к творчеству человека, который сейчас выйдет на сцену. Замечательный музыкант, актер, солист ансамбля «Маком» Очиль Ибрагимов.
Уйнап күліп махаббатын өтеді Икімізді ян-янымызды башқа шәрлер Шүйнашып лавларымызды бау өтен Мар-мар қалғанымызды башқа шәрлер Уйнап күліп махаббатын өтеді Икімізді ян-янымызды башқа шәрлер Шүйнашып лавларымызды бау Центром моей семьи является любовь. Она олицетворяет любовь и является ее воплощением, которое невозможно не любить. Царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпеливости. Она бесценна. Ей дано высокое предначертание на земле.
Она мать, хранительница очага. Она несет в мир жизнь, любовь и свою верность. Я благодарен Богу, что в моей судьбе оказался мой добрый, верный и преданный друг, моя супруга, любовь Мухаббат Шамаева. Ее имя, ее любовь окрыляет меня божественным светом, которым пронизан весь мой внутренний мир. Не было бы ее, не было бы поэзии, музыки и песен. Моя супруга достойна своего имени. Для вас звучит популярная индийская песня из репертуара Ильяса и Мухаббат, а исполнит ученик Ильяса Малаева Иосиф Абрамов и народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева.
лауреат международного конкурса «Золотая ханукия» Майкл Абрамов. Thank you.
چون مرا راهی کنم الیاس براخی آخری زیری تنبورم ستار На сцену приглашается большой друг Ильяса Малаева, композитор, пианист и аранжировщик, заслуженный артист Узбекистана Эдуард Калантаров. День нам солнце улыбается, пускай нам грусть не затмевает свет. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда стряхнешь обиды прошлых лет. Тень одиночества над нами усмехается, прогонишь в дверь, в окно она войдет. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда любовь своим крылом взмахнет. Тень одиночества над нами усмехается, прогонишь в дверь, в окно она войдет. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда любовь своим крылом взмахнет. Янтарным кубок наполняется, чтобы не было беды в твоей судьбе. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда друзья приходят в дом к тебе. Пусть седина все больше пробивается, но не спеши подсчитывать года. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда душа, как прежде, молода. Пусть седина все больше пробивается, но не спеши подсчитывать года. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда душа, как прежде, молода. Над нами усмехается, прогонишь в дверь, в окно она войдет. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда любовь своим крылом взмахнет. Пусть седина все больше пробивается, но не спеши подсчитывать года. Жизнь наша, верь мне, только начинается, когда душа, как прежде, молода. Когда душа, как прежде, молода. Когда душа, как прежде, молода. Thank you.
Мы приглашаем на сцену отличника культуры Таджикистана, обладательницу премии «Женщина года в искусстве», популярную певицу, актрису Тамару Катаеву. Великолепный исполнитель песен народа Востока, представитель славной музыкальной династии семьи, народной артистки Таджикистана Барно Исхаковой. Встречайте, Роман Бадалбаев. Shavadu, no money, sarau, gözeres. Umri eski bir, dil bari, rana, gözeres. Kori eşavadu, no money, sarau.
Хореографическая композиция «Мы внуки Ильяса». Встречайте, внук Ави. Мы
כמו לדוד אשר רואי לא אחזר בנו עוד אשר ירביצני יד ממנוחות ינעלני נפשי ישובר ינחני במגלי צדק למען שמו גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי שבתך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד אורי ושבתי בביתה של אורך ימים מזמור לדוד השם רואי לא אחסר בנורות דשי ירביצה Yeah.
Сабрина. Великолепный скрипач, внук Ильи Самалаева, Сэм Кац.
концертмейстер, пианист и композитор, заслуженный артист Узбекистана Эдуард Калантаров.